Сегодня у нас 23 октября 2011 года, воскресенье. Вот, я нахожусь на территории строящегося армянского храма. Сегодня большой праздник, большой знаменательный день. Будет освящение храма, освящение крестов и воздвижение их на вершину соответствующих на храме. А также храму будет дано или провозглашено его имя, будет присутствовать, по предварительным, весьма, наверное, точным сведениям, президент Армении и католикос всех армян. И, может быть, еще какие-нибудь большие люди будут присутствовать. Но, судя по тому, что большой суеты здесь пока нет, то из высшего руководства России, может быть, никого и не будет. Вот. Так вот, сейчас пока где-то, сейчас у нас время 10 минут третьего, на 3 часа намечено это мероприятие начало. Вот, погода такая немножко неустойчивая, но дождь пока не идет. Но был дождь. Но было и солнце, и все было. Вот эти кресты, три креста. Главные два малых креста. Вот, и три колокола, которые будут вешать. Гости собираются.